Всем здорова, друзья, с вами Спикер, и ночь нужно продолжается в игре Dead by Daylight. Сегодня поиграем за шоколадку, сегодня поиграем за выживших и посмотрим, кто у нас сегодня будет маньяк и насколько он будет коварен и опасен. Ну что, наша ходка начинается, устраивайтесь поудобнее и мы погнали. Раз, два, три, четыре, пять, мы пытаемся сбежать. Ну что, наша ходка начинается, у нас интересная карта, и погнали. Сегодня я уже набрался опыта и смогу уже... Интересно, а кто сегодня будет против нас? Если будет Фредди, мне точно будет хана. Ну хорошо, я вижу, есть генератор, и будем начинать уже чинить. Нет, друзья, походу сегодня у нас Фредди. Такие звуки, словно Фредди Крюгер решил за мной побегать. Ох, сегодня у нас походу медсестра. Это медсестра, и будем бегать от нее. Ну что, друзья, погнали. Ходка будет интересно, а медсестра, кстати, не очень-то... О-о-о-о, как? Я не понимаю, секундочку. Как же так получилось-то? Давай-ка быстренько через... Медсестра, она как-то появляется слишком быстро. Она промахнулась, и мы уже коварно уходим от нее. Это медсестра, и, конечно же, будет ходка интересна. Потому что медсестра всегда интересна. Мое сердце бьется, и где-то она поблизости. Мы заныкались, мы испугались. Я не ожидал, конечно, что сегодня будет охотить медсестра, потому что против нее нет приема. Она где-то поблизости, это точно. Так, играет музыка, значит, где-то она еще есть. Хорошо, меня это не испугает, я пошел чинить генератор. Потому что я вижу генератор, и будем чинить, конечно же. Будем помогать нашим. Так, начинаем чинить. Надеюсь, ребята сегодня будут дружны и тоже будут чинить и помогать друг другу. Потому что это очень помогает сбежать. Все хорошо, моя хорошая, все прекрасно, мы чиним. Но мы ранены, это, конечно, очень печально. Мы прокачаемся, потом возьмем аптечку. Можно найти аптечку, по идее, в доме есть логово. И там можно, конечно, найти чем-нибудь поживиться. Так, все спокойно, сзади никого. Сердце бьется все сильнее. О, починили один. Но, кстати, я оставляю следы. Это, конечно, минус для меня. Сердце бьется. Где-то поблизости. Пойдем чинить. Что ж мы испугались-то? Не нужно бояться. Нужно быть наглым и смелым. А если ты трус, не играй в эту игру. Либо не играй в хоккей. Мы слишком наглые. Мы безбашенные. Где-то поблизости. Я чувствую ее. Так, был шум там. Побежим сюда. И возможно... О, секундочку, тут походу есть спуск. Спуск как раз. И тут должен быть у нас генератор. Так, я оставляю следы. Тут у нас нет генератора. Тут есть машина. Тут у нас ящиков никаких тоже нету. Тут нечем поживиться. Пойдем обратно наверх. Мы идем обратно наверх, и нужно найти другой генератор и его починить. Хотя там осталось буквально чуток. Почини тот генератор, и он уже был практически готов. Ну-ка, все-таки вернемся туда. Мне нужно это дело закончить. Если начал, нужно обязательно закончить. Его починили. Спасибо, ребята. Побежали к другому. Маленько помог, я, конечно, ранен. Но ничего страшного. Я еще пожил. Кстати, других еще не может найти. Наш охотник. Побежали вот сюда. Так, тут пытается, о, пытается починить. О, чувак, полечи меня. Давай же, полечи меня, только главное аккуратно. Вытаскивай из меня гвозди нежно, иначе я закричу. Сейчас вторым быстренько починим и убежим свободным плаванием, потому что осталось буквально чуток. Спасибо, чувак, помогайте друг другу, друзья, и тогда вы сможете убежать. Поодиночке вы, конечно, не сможете, и вас просто уничтожат. Втроем чиним, это круто, можно, в принципе, и четвером чинить. О, круто, и все разбежались налево и направо. Кстати, тут у нас есть выход неподалеку. Так, побежали дальше. Так, походу, у нас у третьей есть аптечка, потому что она, вижу, полечилась. О, играет музыка. Вот наша ведьма. Наша ведьма. То есть медсестра, это не ведьма. О, есть генератор, кстати. Она прошлась тут и ушла. А мы начинаем чинить, буквально сзади были. Да, успел. Давай же меня. Шоколадка, помогай. Сегодня мы убежим все четвером. Это реально будет здорово, потому что медсестра не очень-то хорошо
хороший охотник. Так, черт, пардон, я не успел. Я слишком переволновался. Нормально. Чувак, тебе уже негде чинить. Сейчас быстренько починим, главное успеть и не бояться. Посмелее и понаглее. Ребята, пока что отвлекайте нашу. Окейшки, вижу. Вот так будет гораздо удобнее. Окейшки, отличная реакция. Ну давай, буквально осталось чуток, и выход будет уже перед нами. Он практически будет уже открытый, и будем убегать все, друзья. Все убежим, конечно. Все живы, здоровы, и ходка сегодня просто чудесно. Где выход, сразу смотрим. Тут у нас есть поблизости, и есть выход. Вон, они рядом находятся, и, конечно, бежим к выходу. Ну что, друзья, как говорится... Уже двери открываются. Ребята, дружные, дружная команда. Я, наверное, тут заныкаюсь где-нибудь. А, двери открываются, и можно убегать. Давай же быстрей. Осталось чуток, и буквально... Так, я вижу, есть... О, кстати, у нас есть раненая жертва. Кстати, нужно будет помогать, походу. Нет, друзья, вы, конечно, бегите, я пойду за третьим, потому что дружная команда это верно сделает, чтобы не убегать. Где наш четвертый? У нас раненый, и нужно его искать где-то. Надеюсь, он добежит до выхода, надеюсь, он побежит сюда, либо он побежит к другому выходу. Ну что, друзья, осталось буквально чуток, и куда-то делся четвертый, можно, в принципе, и убежать. Но мы подождем, конечно, и четвертого. Куда же друг-то убежал-то? Побежали к другому выходу? Ох, друзья, у нас проблема, он бежал к выходу, и пойдем спасать его. Все за мной, все камон. Будем, конечно, спасать, снимать крючков, конечно же. Возьмем уже дубинки и будем отбиваться. Ну что, заныкаемся. Тут заныкаемся, и я вижу жертву. Она убегает, кстати, она убегает. Давай, давай, убегай, убегай, только не трожь меня. Так, 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 спокойно. Ух, побежал в ту сторону. А я побегу к этому выходу, я открою этот выход, друзья, и убегу. У нас, кстати, уже один убежал. И сейчас я открываю этот выход, маленько прокачаюсь персонаж. Нет, 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 меня увидели, кстати. Да, меня увидели, и я уже убегаю. Нет, не видно. Она же меня увидела. Она уже реально смотрела буквально на меня. Но она, походу, не заметила меня. Мы сейчас открываем эти двери, и все-таки я убегу. Как же так получилось? Она смотрела на меня, и это дело не получилось. Один убежал, и еще двое остались. Куда уж заныкались, ребята? Она, походу, заблудилась и не может найти выход. Если что, я убегу. Так, я вижу, раненый убежал. И осталось буквально чуток. Ну что, друзья, выход. На выход, конечно же. Let's go, come on. Давай, давай. Двое на выходе, и я тоже побежал на выход. Ну что, друзья, интересная была охотка. Все убежали. Все, конечно, здорово. Увидимся в других роликах. Спасибо, кто болел, кто смотрел. До новых встреч. Всем пока.